Ну что, всем привет, девочкам и мальчикам. Смотрите, у меня сегодня целая гора пирожков. Всем приятного аппетита. Пирожки вкусные, низкокалорийные и полезные. Как говорится, кушайте вместе со мной и худейте. На пирожках, да. Пирожки очень вкусные. Знаете, с чем пирожки? С печенью. Также у Ирины Сергеевны кофе, как всегда, из ведра. Вот. Ну что, какой возьмем? Симсалабим, рахат, лукумыч. Какой? Бери меня вот этот. Ну, давай возьмем вот этот. Ой, горяченький. Давайте снизу возьмем. Похолоднее. Как вкусно. Вы просто не представляете. Ем и худею. Спасибо за ваши добрые комментарии. Пишет, какая красивая девушка. Ну да. Красивая, стройная. Да, кстати, это, кто с нами летит в Париж? Я вот знаю, ТХ летит. Настя. Настя, привет, ТХ. Ой, хотите, девочки, пирожков? Какие вкусные. Прямо обалдеть. Ну, что там? Что там? Мои Ирина, Донбасс — это Россия. Есть. А ты не знаешь? Да я знаю, что Донбасс уже давно стал нашим. Ирина, откажись от булочек. Ну как я от них откажусь? Они говорят, съешь меня. Ну как, вот смотрите, такие вкусные, знаете, угощайтесь. Ну, я могу. Ой, мама, кто это? Ой, мама, что это? Вот я. Это я. Ой, какие вкусные. Обалдеть, девочка. У нас, кстати, на улице теплень-теплень. Такая погода замечательная. Даже сегодня ветра нет, представляете? Ну так вот. Он говорит, Ирина, ты в свои 34 года выглядишь так красиво. Ну, конечно. Ну, как вы хотели. Вот это. Печень. Надо, девочки, печень есть. В любом виде. Кофейка. Кофе. Знаете, говорят, много кофе нельзя пить. Ешь минимум без хлеба, быстро похудеешь. Ну, как я от таких вкусных пирожков откажусь? Ну, вот скажите мне. Я вот не могу. Какие они вкусные, низкокалорийные и полезные.
А что, пирожки не могут быть низкокалорийные? Еще как могут. В Иринке все низкокалорийно. Ну, еще балдею. А таких вкусных пирожков. Тут мышка сидит. Она тоже хочет, наверное, пирожок. Да? Вы же собирались сесть на диету после праздников. Праздники прошли. Нет еще. Маринки не прошли праздники. Ира, даже не сомневайся, едем все в Париж. Так, Париж, мы где? Только не были, да? Как мы тебя одну отпустим? Да, конечно, девочки, ну как вы меня одну отпустите? А где Серега-то, а? Серега уже нету? Какой раз? Вы будете тосковать без Ирины Сергеевны, я знаю. Вот, Ирина Сергеевна, когда вам не выкладывают, так вы вообще плачете. И сильно плачете, я знаю. Хорошо, хоть бы подруг был что-нибудь, а? Такой взрослой тете. Сидеть часами. Где часами-то? Слушайте, Иринка, когда выходит в эфир, так вы такие радостные. Бежите ко мне. Ну как же вы без меня? Так ведь? И я без вас никак, и вы без меня никак. Ну мы же уже практически как семья. Нам говорю, угощайтесь. А вы что-то не хотите угощаться? Какие вкусные пирожочки. Пирожки. Ой. Ну, смотрите, какая вкуснотень. Понюхайте, как вкусно пахнет. Ну даже мышка тут. Мышка. Мышка даже. Мышка. Обалденные. Так что, девочки и мальчики. А, Димасик, тебе огромный привет от меня. Хочешь моих пирожков, а? Димасик, пирожки вкусные, с печенью, кстати, очень полезно печень. Угу. Это вы тоже хотите, я знаю, но вы не можете. Да, говорит, у меня фигура прежде всего. Ну, правильно. Ну, правильненько, что? 48 килограмм нормально. Пойдет. Так, какой еще съесть, а? Да тебе жирно будет, куда ты столько ешь? Да как куда? Наслаждаюсь вкусными пирожками. Там мышка тоже наслаждается запахом.
от пирожков. Это, короче, просто... Ой! Просто тесто, ну, не хватило начинки. А знаете, как это делается? Короче, берете, варите печень. Потом это... перекручиваете, жарите лук, добавляете вареный рис. И вообще бомба, девочки, бомба. Так что пробуйте, пробуйте. Ой. Что-то. Не знаю. Что это вам, мое платье не нравится? Это Люськино любимое платье. Где, кстати, Люся моя? Ой, жарко. И нисколько оно мне не маленькое. Видите, какое красивое. Вот так вот. Елена Сергеевна тут все новое платье заказала. Какое хотела. Вот так вот. Скоро придет. Будем ждать Иринкино красивое платье. Вот это у меня кашель пропал. Что такое кашель? Ну давай еще один съедим и все. Вот такой, смотрите. Думаю, может бизнес устроить, а? На пирожках. Рублей по 61 продавать, это вообще супер будет. Как думаете? И денег на Париж накопим, ну да. Ой, мы в Крым собирались, да-да-да, когда-то там. Ну, что теперь? Мы его когда-нибудь все равно посетим, Крым-то. Посмотрим. Обалденно. Особенно лука побольше. Так что, девочки, приходите в гости на чаёк, кофеёк. Зелёного чая у меня нет. Есть только чёрный кофе на кафе с пенкой. Так что приходите. Пирожки. Что тут калорий? Тут калорий почти нет. Так что не переживайте за свою фигуру. Вот. Пирожков поедите и пойдете снег чистить. Так я же хотела снега, ну вот. Что же там? Снега-то чуть-чуть. А у меня, знаешь, как много. Снежка. Кстати, у меня тут же конфетка была. Куда она делась? Вы не знаете? Обалденно. Очень вкусно. Ну что, вроде жива. Кто-то пожалел, а? Кто? Ой, давайте съедим конфетку. Красный мак. Ой, она растаяла. Какая вкусная. Жарко. Очень жарко. Ну, девочки, все. Я попила, поела. Вам приятного просмотра. Кушайте вместе со мной и худейте. Угу. Приходите в гости на пирожки. И не бойтесь. Не отложатся они у вас. Сейчас кофе мы запьем.
Все, я готова. Я наелась. Я пойду. Пойду куда? Не знаю, куда-нибудь. Ну, а вам приятного просмотра, приятного аппетита. Кушайте вместе с Ириной Сергеевной и худейте. А в Париж обязательно мы съездим. Ну, когда-нибудь. Вот. У вас много, а он один. Да? Так что все, девочки. Все, я пошла. А вам приятного просмотра. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Свои добрые комментарии. Всем пока-пока.